Пошли в следующий подъезд. Дело в том, что дело в том, что некоторые подъезды для передачи не наоборот. Поэтому Вы же обвиняете, ребят. Обвинение-то вы выносите. Да я же не говорю, что вот эти люди воровали. Их в принципе воруют. Скажем, я сомнительно, кому они нужны-то? А почему нам их трудно? Мы когда принимаем дом в эксплуатацию, мы не подписываем акт, если там нет грунтовный шкаф. Логично? Вот мне нафига это? Конечно. И мы, значит, там были рукава, но они тоже мне не нужны, мне ему не нужны. Блин, что тут сказать? Я... Давайте подождем до вечера, увидим, сколько денег квартира не жилья. Есть, есть. В договоре прописано 11 домов, в том числе и этот дом. Но я им еще не получаю. Деньги за это уже получаете, значит, мы смело можем утверждать,